Раз, поехали. С незапамятных времен, летая по планетам, наполненным всякими дырками говна, люди знали, что никогда в жизни, убив Сару Коннор, они не получат того, что называется шуба. Искры. Однако, здравствуйте. Черт, она умерла и ничего не дала взамен, сучка. Среди прочего, хочется сказать, что это ужасная планета, страшная планета, полная арахнидов. Арахниды! Арахниды! Здесь очень сложно жить, но ты сжег ее и сжег себя, прощай. Я еще и мясо с нее подняю, у меня здоровье. Ай! До свидания. Мне не нравится справа, я хочу налево. Ты же понимаешь, мы без угля отсюда никуда не улетим. Япона мать! А ты видел хоть один уголь здесь? Видел, один даже поднял. Но один, именно один. А нам надо еще, получается, 159. Волоколам, ты понимаешь, что мы могли быть богами на той планете? А на этой планете мы будем насекомыми. Так и есть. Причем сама планета просто. Так, мне нужно сделать эту планету домом. Ну, чтобы, то есть, свой корабль сюда привезти, а то я точно потеряю скоро. Потому что та планета уже не торт. Так, ты направо пошел, да? Блин, да. Ну ладно, пойду за тобой. Короче, на этой планете днем жить невозможно. Что тут будет ночью, это будет два раза хуже, чем днем. Курица не опасна, да? Не знаю. Курица убийца. Тут вообще, по-моему, курлык, опасно. Курлык-курлык. Моя шапка просто привлекает в нее внимание. Она становится... бешеной. Нет. Она понимает, она принимает меня за своего, поэтому я и живу тут. Вот. Ты там далеко убежал? А, вон я вижу. Предлагаю, блин, с нашими кирками тут долбиться вниз придется очень долго. Ну, ладно, давай, пойдем вниз, потому что наверху что-то все очень плохо. Да там лава внизу. А, ну да. Я думаю, там светло, хорошо, конечно. Все, получил? Да. Получи. Получи, валим. Вот здесь вот мы умерли. Вот эти вот две, посмотри аккуратно, чуть правее не наступай, там две лужицы. Ой-ой-ой-ой-ой. Там летающие. Они кончены. Там летающая убийца, потому что... Класс. Она реально 59 сносится попадает. Слушай, она вообще, по-моему, нас не трогала. Ой, ее тоже не трогает. Давай. Говно! Там птички, ля, какие. Где? Как мультики. Где? Сверху там летает. Я не вижу. Помолчи. Ну что тут скажешь? Мы на вершине мира. Во, смотри, там реально птички какие-то, как полумышки. Нет, это не такие. Еще тут одни летали, короче. А это смешная очень. Еще одна такая же. Ну прыгай ты, овца! Горная. Тебе с нами не по дороге, грязная овцы! Ну чисто так, говорит, гипотетически. Сделал бы? Да. Вали нахер отсюда. Так, следующий кадр. Не знаю, это, по-моему, довольно экстремально, то, что вот мы сейчас делаем. Согласен, это круто. Прыгаем. Сгоревшее дерево. Это тут такие деревья. Они что, от лавы питаются? Оно рубится вообще, нет? Да. Обычное дерево выпадает. Да. Красиво. Прикольно. Ого. Тут лучше меч наготове держать. Блин, тут светло хотя бы. О, отлично, пришли. Уходим. Класс. А, ау. Там посерединке есть, жжется штучка. It burns. Я тут все свои бинты потрачу, походу, в рекордные сроки. Вау! Чё это? Я не знаю, как я умер на самом деле. Я слышал твои звуки и... Что? What? Мне не нравится эта планета, определённо. Ну, робот надо... ненавидит. Надо валить с неё как-то. Сейчас я скину весь уголь, который мы нашли. Уже начинается, да? Итого у нас 46. Надо быстрее валить отсюда. Быстрее. Ладно, прощай, дерево.
А почему мы из дерева не можем уголь делать? Ну, кстати, может, можно как-то. Надо печку вот эту плавильную поставить. Так, crafting table. Тёма, ну, иди сюда, мне тут страшно. О, уголь. Уголь, это хорошо. Не знаю, как тут печку. Wooden crafting table. Уголь это завсегда хорошо. Не, может, и правда из дерева можно налупить уголь. А я, честно говоря, не думаю. Печалька. Это было бы слишком просто. Хотя мы тут, блин, два дерева увидели. Это да. За все время хождения по поверхности. Ну, планета такая, чисто в плане смысла крутая. А вот в плане жизни здесь не очень. Здесь еще как-то можно петов приручать. Ну, слышишь? Кстати. Что? Не поверишь, я пошел в другую сторону. Ага. Тут лавы нету, ничего нету, короче, обычные пески. Может, это просто вулкан какой-то? Да ты гонишь. Я тут корячусь, значит. Серьезно? А ему норм. Ни лавы, нифига. Ну, ладно, я уж сюда пойду. Здесь магма камень есть. Прикольно же. О, я уголь нашел. У меня угля, кстати, тоже уже там неплохо поднялось. Вроде как, сейчас посмотрим. Только подниму вот это еще. Давай уже, ну! Давай! Да пипец! Сколько ж можно? Я нашел торговца с бричкой, он стоит посреди пустыни. Так. Ого, у него куча шмоток. Ну, на самом деле, я что-то большего ожидал. Ой, говно. Все говно, короче. Слушай, говно? Случается. Воу! Это птичка, которая милая, она стреляет в торговца, и он... Ох, нихера себе милая птичка. Она огнем дышит. Прости, корова. Тёма, ты там этот, найди какое-нибудь поселение, тогда я сразу все брошу и все равно пойду в эту сторону. Слышишь? Короче, стоит торговец с бричкой. Птица прилетела, его атаковала, он убежал, я тупо залез в тачку и сплю. Ты знаешь, да. Я нашел. Все, у меня лава кончилась. Ну вот, видишь, это, видимо, какой-то вулкан просто был. Отлично, вулкан приземлился. Но здесь эти конченые твари, как их маленькие, которые подвижные, такие же. Давай, Тёма. Я тебе сейчас попрыгаю. Давай, удиви меня, мозерфокер. Щитхол. Щитхол, это мы сейчас прилетели сюда. Окей, пиксели, песок. Пиксели, это песка, хорошо. Из песка стекло, наверное, можно делать. Ох уж эти бараны. Такие, блин, говорит, прилетели. На эхо. Ага. Мне что-то даже подсказывает, что это местные аборигены. Блин, вот сейчас я прыгну и... Не, местные тут такие же, похожи на тех, что мы до этого видели. Видимо, хрен его знает. Видимо. О, коровка. Блин, тут опять лава до хрена. Что за жизнь? О, я нашел торговца. О, не, подожди. Смерть Хитонс. Кто такие Хитонс? Я не Хитонс, он атакует меня. Здесь эти, как их? Упи-пи, которые... Да-да-да, как их звали? Нет, не ивоки, а эти маленькие в плащах. Я его убил. Здесь какие-то обитатели, Тёма. А, они, Джава. Джава, да, они нам не рады. То есть реально, понял, капюшон, капюшон и из-под него два глаза торчат. Класс. Вот такие вот они. Фу, у него здесь какая-то клетка. О, я таких же встретил. Короче, мне нравится эта планета, только вот эта вот корова тут явно мешается. Окей, в карт. Здесь у них потушенный... Строение какое-то. Я нашел Blue Petal. Что такое Blue Petal? Я его активировал, меня подлечило. Я нашел какой-то молот. Ну ладно, пусть будет, он неплох. Я нашел медаптечку. Круто. Которую нужно поставить куда? Blue Steam Pack я нашел. У меня, кстати, шприц есть какой-то. Называется Steam Pack. Желтый Steam Pack. И еще бомб нашел. Интересно, что они делают, эти Steam Pack? Ну, типа, стимулируют. Класс.
Чтобы мог. Я вколю в себя сейчас один. Вот тупо ради эксперимента. А то на этой планете слишком легко стало жить. Надо усложнить себе задачу. Я свечусь. Слушай, я тоже хочу вколоть. Я вообще пипец свечусь. Это нормально? Джамбуст у меня. А я свечусь. Блин, у кого-то там джамбуст, а я просто тупо свечусь. Но мне это в подземельях, конечно, реально помогает. Я сейчас в подземелье пошел. Блин, тут лава кругом, я не пойду сюда. Ну, прикольно. Желтая, похоже, я не знаю, запомню. У тебя какого цвета был? Синий. Окей. А желтый как-то так. Светящийся. Ой, я нашел нормальную пальму. Так, хорошо. Я нашел какие-то пустыни. Здесь опять эти коровки с клювами. Полукурица, полукорова. Бля, тут торговка прыгает. Торговка, стой! Что ты можешь мне предложить? Опять? Давай. Опять, блин. У тебя там еще какие-то люди, да? Какие-то непонятные люди. Торговец. Кто эти люди и чего они от нас хотят? Да уйди ты отсюда. Блин, ненавижу на горке быть. Ой, темнеет. Кстати, по-моему, когда ты ложишься в кровать, время гораздо быстрее идет, даже если один из нас в кровати лежит. Думаешь? Что-то такое вроде писали, я путаю, может быть. Не знаю, мне не важно. Я прекращаю светиться. И мне так печально от этого, потому что тут реально какой-то был, я не знаю. Подарок судьбы. Какая-то интересная каверна. Так, хорошо. Где у меня был масляный фонарь? Я нашел какую-то могилу. О, это не могила, это табличка какой-то колонии. Вау! Я нашел тюрьму. Тюрьму? Да. USCM Penal Colony. Все, нахрен, я убиваюсь и иду к тебе. Очень далеко идти. Направо. Не, налево. Ну ладно, блин, ты там хоть рассказывай мне, что происходит. Короче, я вошел внутрь. Тут такая дверь технологичная. Стоит холодильник с колой. Тёма, брось ее, давай вместе пойдем. Вау! Ого! Why can't I hold most... На меня напала принцесса Лея, мать её. Да? Да, очень похоже. Блин. Я здесь убил, мне дали красный... Ты убил принцессу Лею? Да они тут все какие-то. Может, я, если оружие уберу, они не будут атаковать? Ну, не знаю. И меня интересует другой вопрос. Мы можем забрать этот холодильник с колой? Видимо, можем. Я здесь как куда-то очень глубоко спускаюсь. По дороге, скорее всего, убьюсь, но мне этого и нужно. Но если нет, то ладно, бывает. Окей, я тупо пришел в тупик. Кто-то там принцесс Лей убивает, а я... Эти сволочи все равно меня атакуют, поэтому я буду их вырезать. Блин, не знаю, как думаете, зрители, пойти мне, нет? Конечно, нет. Блин, мне тоже охота туда. Вот вечно, вот пойду налево, справа что-то интересное. Пойду направо, что-то интересное слева. Вывод. Вывод. Жизнь случается. Shit happens. Тут сканер этих самых отпечатков ладони. Блин, у него огнестрел. Будь здорово, Даша. Да. Я поднял с него огнестрел? Нет. Вау! Аж 12 дэмэдж. Тёма, здесь какие-то странные подземные формы жизни. Эта планета мне определенно нравится. Не, ну она нравится, но это... Они какие-то белесы, вот такие вот реально альбиндосы. Ах, так, все, тюрьма закончилась. Воу! Я упал на колючую проволоку, у меня отнимается жизнь, я и чудом выжил. Тёма, ты только живи давай. Да я-то живу. А ты идешь в мою сторону? Нет, я иду вниз, у меня тут пипец, я как глубоко. Угу. Я, наверное, уже дальше в глубину ушел, чем... Ты понял. Понял. Так, ладно, я пошел дальше. Тюрьма кончилась. А, не, нифига. Я в тюремный блок пришел. Тюремный байковый блок. Надпись на стене «Turn back». И черт, тут холодно становится. Надпись кровью, надеюсь? Нет, выцарапано. Кровью. Становится чертовски холодно. Так, а я, черт побери... И надо греться у бочек. Такие, знаешь, ну типа бочки зажженные с огнем.
Угу. А, ну, в принципе, тут уже внутри помещения не так холодно. Хорошо. Надеюсь, я куда-нибудь прокопаюсь, пока ты там, блин. Ну ладно, у меня тут свои, короче, приколы. Типа. Приколы были, мама, не горюй. Ой, опять эти твари. Вы там лезете, нет? Вон, мать. Ладно, хоть денежку. Ого, тут стимпаков слышишь. Тёма, найди там винтовку, пожалуйста, автомат. Да, пытаюсь. И себе, и мне. Я пытаюсь, но пока с огнестрелом был только один чувак, и с него ничего не выпало. То есть реально с огнестрелом был? Да, стрелял тупо. Скотина. С дробовика или что-то типа того. Не капрал Хиггс там, случайно? Бля, тут, короче, такая тюрьма, туалет, зеркала разбиты, там камера наблюдения сверху. Очень атмосферно. Воу-воу-воу, меня с автомата лупят с крыши. Куда ты попал вообще? В тюрячку. А знаешь, что делают в тюрячке? Меня загасят сейчас, мне кажется. Да хрен там. Просто не сдаться. Тёма, не сдаваться. Все будет как надо. Кучу 500 пикселей собрал. Ну и по-прежнему ни хрена никакого оружия. Сколько у тебя вообще пикселей? 1987. Отлично. У тебя сколько? А у меня 500. Ужас. Ну да. They say they would come back. Тут они и женщины. Сказали, что они вернутся? Кто? Да. И женщины, не знаю, на стене написано. Гопники? Гопники! Космические гопники. Парень, я нам тут угля нашел, просто пипец. Это хорошо. Это не очень хорошо, я хочу к тебе. Я хочу просто куда-то прокопаться, найти что-нибудь интереснее. Но я так чувствую, если я так буду копаться, то я ничего интересного не найду. Возможно. Я нашел какую-то еще новую форму жизни. Тоже не очень приятно. А, сучка, 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 встань. Давай, дохни. Ого, у меня белеет экран. Интересно, из-за чего? Сереет вообще. Мне типа очень холодно? Да, это значит, что мороз. Отлично. Значит, глубоковато ты закопался. Очень глубоко я закопался. Окей, давайте греться, чё? Сложно, что ли? Подумаешь. Точно, температура это внизу. Я, кстати, только-только вот между этой серией и предыдущей узнал, что можно нажимать кнопку Alt и смотреть свое состояние. А Тёма молчал. Тёма молчал. Вот так. Казалось вот. Бы, да, но меня никто не слушал просто. Молчит. Вечно молчит. Какой бессон. В тюрячке-то холодно. Надо к бочке-то погреться, вернуться. Так, ладно, возьму я эту хрень. Давайте. Хрень. Найди там что-нибудь. Оп, я нашел пока столько от ближнего боя оружия. И то такое. Не особо. Черт, что это было. Хреная тукля. Ого. Pathetic smoother. Фига мне pathetic. Мне надо охренительно. Тёма, найди огнестрел. Заклинаю. С удовольствием. Рыба, я надеюсь, здесь не агрессивные. Ой, как темно, как темно. Ужас какой. Так, пора, короче, блин, делать. Я не хотел, конечно, но пора делать. Я спер компьютер. Нахрена он издался, спрашиваю. Как, компьютер? Ну, я не знаю, в доту играть вторую. Вопросы, конечно, тоже. Тоже мне, ага. Давайте, парни, сдохните уже, ну.
Я, на самом деле, очередной тупик пришел. И по-хорошему мне бы убийца, что ли, я не знаю. Зачем? Да потому что я хочу... А, нет, давай, давай, давай. Я денег тут уже поднял. Я не знаю, что мне делать дальше. Черт возьми, я нашел душевую. Надо туда. Черт, мужчина в грибной шляпе реально в замешательстве. Ладно, пойду утоплюсь, что ли. Какого черта? Я даже утопиться под Арбальдову не могу. От Арбальдову. Не знаю, давай копаться вниз. Душевая. Может, прокопаюсь еще куда, но что-то не видать у меня уже тут снизу ничего, поэтому смысла мне вниз копаться-то. Либо утону, либо нет. Тёма, не молчи, рассказывай, что там происходит, мне интересно. Воюю с местными шлюхами. Тут тюрьма общая, короче. Женщины с мужчинами. Окей. То есть вы таки тупо предлагаете идти налево? Таки да. Хорошо. Сейчас только я уголь сгружу на корабле. Довольно далеко идти, да? Это много всяких неприятных. Немало. А там день или ночь вообще на поверхности? Я тут ночь пипец сейчас. На километр, наверное, спустился. И тут было не очень круто. Так, нет, подожди, не мой корабль. I'm Terminator. Yeah. Я думаю, что это за хрень? И пытаюсь... Это, блин, обосранный толчок. Фу, капец. У нас уже 126 топлива. Круто. Вполне неплохо. Вполне себе так ничего. Блин, этих стимпаков уже насобирал. Три красных, три желтых и четыре синих. Красный мы еще, кстати, не пробовали, да? Так, Черт, у него шотган. Кстати, их там трое. I need your help. And my vehicle. Да. Так, они по одному спускаются. Хорошо. Хорошо, я до планеты и пошел в твою сторону. Я взял себе топорик, он вроде как лучше, чем мой меч, потому что он бьет быстрее. Но здесь много овечек. Уже светает, на самом деле. На самом деле уже светло, по крайней мере, у меня. Давайте, бать вашу, только покажите свои борды, я их просто отрублю. О, черт, она сейчас убьет меня. Слушай, с людей так пикселей дофига выпадает с этих. Не трави мне душу, господи. Вот, нашел 2800. Тележку. О, поспали в тележке. По следам. Угу. Блин, а топор реально лучший. Топор так бешено рубит. Это пипец. Давай, Тёма, я тут... Как тут сразу? Давай, давай. Молотом мажу просто. О, я нашел камеру смертников. Да сдохнешь ты уже, нет? Так, пиксель. Пик. Один пиксель до 500. 509. Во! А нет. Я нашел крепость. Ну, значит, уже близко. Крепость такая маленькая, как башенка. Так, окей. Окей, хорошо. Капец, вот дюны такие, пипец просто. А здесь такой обрыв, ты с него спрыгивал, что ли? Ой, он аж отвалился. Ну, ладно. Ну, и в общем, на этом мы закончим, потому что у нас связь разорвалась, и в следующей серии я уже добегу там до Тёмы. А где ты, Тёма, вообще? Я все там же, в тюрячке. В тюрячке? А знаешь, что делают в тюрячке? Знаешь, что делают в тюрячке? Приключения. Но между тем мы нашли новую планету, на ней все очень плохо. Раса разумных Годзилл убит все так же не найдена. Это значит, что наше приключение продолжится. Потому что парень с грибной шляпой и робот-маргинал по-прежнему с вами. Всего хорошего. Пока-пока-пока.